На том самом роковом месте еще видны следы крови погибшего животного. Это случилось здесь, в новом ЖК «Янтарный», около половины седьмого вечера, рассказывают очевидцы. Размеренную атмосферу двора нарушил пронзительный крик. Когда я закрывала окно на балконе, я услышала крик собаки. Я выглянула в окно, посмотрела и увидела, как мужчина вот с этого пролета, где-то с седьмого этажа, выбросил собаку. Я когда прибежала сюда, я не знаю, у меня такое состояние было, но ее уже унесли к доктору. Идет жена, плачет. Вот. Я говорю, это ваш муж? Вы, да. А что случилось? Она там что-то ела, он пьяный. И тронула, она укусила палец. И что? Он взял ее и выкинул с балкона. Я говорю, с какого этажа? Она мне сказала, с седьмого. Все. Прибывшая оперативно-следственная группа первым делом отправилась в квартиру подозреваемого. Ошарашенный внезапным визитом полицейских, мужчина дает сбивчивые показания. Не знаю, по лестнице побежала. А что? Ну так это вот очень рано. С дивана ее загоняла, она меня как хапанула. На работу не могу ходить. Это ваша собака? Да. Да ну она вот. Где-то года 2-3. А что с ней случилось? А? А что с ней случилось? А я что-то не знаю. Убежал. Куда убежал? Есть одно. Не, спокойно. Скажите, что случилось с собакой? Собака, я вообще не знаю, убежала, а меня покусала. А зачем вы выбросили? Никто никого не выбрасывал. А что с ней произошло? Убежала. С седьмого этажа. Близко с мужчиной никто из соседей не знаком. Говорят, дома бывает нечасто. Работает в Москве дантистом. Семья в целом адекватна и хлопот не доставляет. Но почему в семье врача, дочка которого к тому же будущий ветеринар, убивают животных? Для них загадка. Убийство собаки могло обернуться куда более серьезной трагедией. Уберегла случайность. Мы вышли на улицу вчера вечером идти в церковь. И муж забыл что-то дома забрать, и он вернулся. Я говорю, я возвращайся, я тебя подожду здесь. Если бы он не забыл, мы бы как раз коляской ехали, и оно как раз бы на нас все упало просто. Я это потом только поняла, сегодня утром. Вот. И я вышла, увидела, собака валяется и скулит. Я думаю, чего она скулит? Думаю, может, собаки ее покусали, потому что кровь сразу увидела. И потом смотрю, она как-то так вывернулась. И потом вижу, у нее лапка вообще вот так болтается. Муж Дианы быстро отвез собаку в ветеринарную клинику, где она прожила еще 20 минут. Но полученные травмы, к сожалению, были несовместимы с жизнью. Соседи убеждены, мужчина заслуживает максимального наказания за содеянное. Я, так как являюсь сама хозяйкой и ни одной собаки, для меня это очень, очень важная тема. Я хотела бы, чтобы все люди, которые приносят такой вред животным, несли соответствующее наказание не менее, чем вред людям. А вот зоозащитники говорят, что теперь предстоит долгая бюрократическая процедура, без которой добиться реального наказания для виновника невозможно. Нужно обязательно отправить тело этой несчастной собаки на экспертизу. После того, как экспертиза даст подтверждение того, что собака погибла в результате жестокого обращения, после этого мы пишем заявление в полицию, прикладываем это заключение экспертизы, и в таком случае, я предполагаю, это будет квалифицироваться по статье 299 Уголовного кодекса Украины по части 1 этой статьи. Сегодня по этой части предусматривается или до 6 месяцев ареста, или до 3 лет ограничения свободы, это уже на усмотрение суда. Статья новая, говорит юрист, но положительные прецеденты уже есть. Более того, одесские зоозащитники уже готовы подключиться к этому разбирательству. Сейчас в их ведении 14 подобных дел. Юристы напоминают, что теперь за жестокое обращение с животными можно лишиться свободы сроком до 8 лет. Юлия Аксенова, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер».